ЧП с корейскими туристами на конной прогулке разберется камчатский следком. В ведомстве начали доследственную проверку. По предварительным данным, 12 августа 2017 года в районе 12 километра автотрассы Морпорт-Аэропорт три туриста из Южной Кореи и переводчица совершали конные прогулки, во время которых лошади сорвались с места, предположительно испугавшись медведя. В результате происшествия ранения получили туристы и переводчица, которые с различными травмами, переломы ребер, сотрясение головного мозга доставлены в Камчатскую краевую больницу. В СКР добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.